Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Скоро заживем. Доходы населения Беларуси к 2025 году планируется повысить на 20%. Такое заявление сделал первый замминистра экономики Юрий Чеботарь. Основное требование – рост доходов в меру производительности труда. Покажет время, станем ли мы богаче. Настоящая жесть происходит в Афганистане. Контроль над территорией страны полностью в руках талибов. Президент бежал, крупнейшие города сдавались практически без боя. Тысячи людей пытаются любыми путями покинуть страну. Самые отчаянные из них цепляются за шасси улетающих самолетов. Есть погибшие. Ограбление века произошло в Будо-Кошелевском районе. Как пишут «Сильные новости», там на протяжении 4 дней мужчина разбирал кирпичную стену дачного домика, проник внутрь и утащил продукты. Ты не ты, когда голоден, а по данному факту возбуждено уголовное дело.